оформить документы, помочь по дому и просто поговорить. Значимость профессии социального работника нельзя переоценить. За ними стоит важная миссия добра, милосердия и чуткости. Сегодня представители благородной профессии чествовали в Центре культуры «Родина». Эту профессию сложно, наверное, назвать просто профессией. Это высокая миссия служения людям. Высокая миссия делать добро, творить его, слышать просьбы и желания каждого. И вы своим душевным участием, сердечным теплом укрепляете в людях, которые нуждаются в особой заботе государства, веру. Веру в идеалы добра и справедливости, веру в любовь, веру в то, что они важны и нужны. На торжественном мероприятии сотрудников соцслужб наградили почетными грамотами и благодарностями губернатора Кубани, мэра Анапы и совета курорта. Пусть все то добро, которое вы отдаете, отдается вам в ответ. И тогда у вас будут силы делать дальше добрые, большие, прекрасные дела. Спасибо вам, уважаемые сотрудники социальной защиты. Спасибо большой команде, анапской команде социальной защиты. С праздником! Особые слова признательности на празднике прозвучали в адрес ветеранов социальной службы. Спасибо за то, что мы выбрали этот путь. Спасибо за то, что мы вместе. Спасибо за то, что мы помогаем друг другу. Конечно, основу нашей работы сложили наши ветераны. Я вам искренне благодарна, что каждый год вы приходите, и мы радуемся. Вы с нами, вы нас любите, вы наш пример. Подарком для сотрудников социальной службы также стали выступления лучших творческих коллективов курорта. Никита Васюхин, Михаил Григорьев, Анапа регион.